чему это все говорю? Страсти больше. Нет, Елена, вы просто... Понятно? Да, да, да. Это мое решение. Потому что я страшный. Неудачник. Сергей. Да. Мне все хочется поднять. Я потерпел очередную неудачу. Потому что я страшный. Неудачник. Там огромное количество иронии. Вот самая ирония, которая там существует, оно не на улыбке, оно и светлое такое, и очень ироничное, и тяжелое. Он способен теперь шутить над собой, пародировать свои чувства. Неудачник. Неудачник. Это русская литературная традиция. Вы знаете, ее замечательно подхватил выдающийся актер Калягин. Замечательный фильм Михалкова под названием... Да, совершенно верно. Это русская, чеховская, вот это кривляние. Это наша традиция. Наша и Диккенса. И ни у кого другого ее нет.